Это было время, когда мужчины тратили на автомобили больше, чем на женщин. Сигнальный клаксон. Они стоили 30 рублей. Месячная ставка госслужащего. А любая женщина могла сделать из ничего шляпку, украшенную мехом, перьями и чучелами животных, и скандал. Были довольно-таки большие публичные скандалы. Дамы обманывали своих мужчин. Время новых кумиров. Ты похожа на Веру Холодную. Смелых решений. Чтобы достичь белизны лица, пили уксус. Великих открытий и великих страстей. Все это было в начале 20 века. Памяти прошлого посвящается документальный проект «Путешествия во времени». Премьера в субботу в 11:30.